Основанием проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры на территории муниципального образования город Хасавюрт является федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательственные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования. Участие в заседании приняли представители администрации организации и ведомств. Первый по данному вопросу выступил председатель Общественного совета Магомед Расул Шейхмагомедов. У нас новый институт по оказанию услуги населению по линии образования, по линии культуры, по республике среди городов районов, нас подметили на хорошем счету. Все то, что нужно было в протокольной части внести реестр и там другие эти все вопросы, мы на уровне правительства решили. По результатам проведенного анкетирования, пожелания и предложения пользователей услуг можно констатировать, что общий уровень удовлетворительности населения качеством услуг, представляемых муниципальными учреждениями образования города, соответствует спросу населения. Присутствующий на заседании заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Бадыр Ахмедов отметил, что по всем критериям независимой оценки набрали муниципальное казенное учреждение Хасавюртовская городская централизованная библиотечная система. Итоговый балл 94,6. На втором месте с итоговым баллом 81,2. Дворец культуры «Спартак». На третьем месте городской центр культуры 79,4 балла. И на последнем, четвертом месте муниципальный хореографический ансамбль «Эхогор». Итоговый балл 79,4. В этом году более взглядно действительно работа проведена. Она и будет продолжаться в последующем тоже. Поскольку я там информирован, это 2 года один раз это делается оценка. Это касается муниципальных организаций, то есть организаций образования муниципальной и культуры. Аналогичные работы проводятся в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, тоже соответствующие министерства. В завершении собрания члены общественного совета решили утвердить итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждения культуры. Итоговый рейтинг муниципального казенного учреждения Хасавюртовская городская библиотечная система, а также предложение общественного совета по улучшению условий работы оцениваемых учреждений, отметил Магомед Расул Шейхмагомедов, продолжив, что библиотеки необходимо активно использовать странички в социальных сетях интернет. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».